ММК «Метис» чествует лучших. 175 передовиков производства получили почетные грамоты и звания в канун Дня металлурга. Торжественная церемония награждения проходила в течение всей недели. Заслуженные награды вручали метизникам на смену встречных собраниях, а также на праздничных вечерах в заводском дворце культуры. На одном из таких мероприятий побывала наша съемочная группа. ММК «Метис» – один из лидеров метизной отрасли России. Успехи завода – результат труда каждого работника. В канун Дня металлурга руководство предприятия отметило заслуги тех, кто с полной отдачей и ответственностью трудится на ММК «Метис». Наш завод динамично развивается уже несколько лет. Мы в этом году приняли новую стратегию инвестиций с учетом тех событий, которые произошли у нас в мире и в стране. В этом году мы наконец-то вышли на мощности по производству цинка, построили новый, я считаю, один из современных складов готовой продукции ППК-4. На 25-й год у нас тоже программа уже есть, мы понимаем, что мы будем закупать, какое оборудование будем поставлять, для того, чтобы у нас выросло производство, ну и, соответственно, качество. Все это благодаря вам. Спасибо вам за вашу работу. За многолетний труд и достижение высоких производственных показателей 11 работникам предприятия были присвоены звания «Почетный метизник» и «Почетный металлург». Среди награжденных Владимир Герасин, проработавший на предприятии 30 лет. Приехал в Магнитогорск, я так-то не местный, приехал, знал о заводе. Ну, устроил, пришел как обычно, как бывает, в отдел кадров. Предложили волочильщиком проволоки устроиться. Стали проволочный цех. Был еще цех номер 2. Все. Ну, устроился, так я и остался, короче. 30 лет на одном месте, нигде ничего не менял. Для меня важно, чтобы в работе все параметры, требуемые от меня продукции, были соблюдены. Негодная проволока не нужна, она никому не нужна. Поэтому стараемся, чтобы потребитель был доволен нашей продукции. В адрес тружеников завода прозвучало множество теплых слов. Добрый день, дорогие земляки, именно земляки, потому что я долгие годы проработал в Магнитогорске, и этот город для меня стал навсегда родным. Мне очень приятно находиться сегодня на вашем торжественном мероприятии, посвященном в преддверии празднования Дня металлургов. И мне удостоена большая честь от имени губернатора Челябинской области поздравить весь ваш коллектив с этим знаменательным событием. Желаю всем причастным к развитию отрасли новых сил и крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и достатка в семье, а предприятию стабильной работы, надежных партнеров, успеха и процветания. От лица первичной профсоюзной организации позвольте поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с Днем металлурга. Ваша работа нужна и важна, и в этот день всем тем, кто связал свою жизнь с метизно-калибровочным заводом, хочется пожелать, чтобы ваша работа была легкой, а ваш труд всегда был, оценивался по достоинству. С праздником вас! Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.